откладываем 30 мм на свесе. Откладываем 40 мм и подрезаем полукругом. Откладываем засечку от сползания вниз. Отгибаем кромку на картине по линии гиба на поверочной планке. Формируем фальц рамкой первого гиба. Ректуем стоячий гребень. Добавляем 8 мм к полукругу. Подрезаем и отгибаем кромку. Отбиваем кромку полукруг на свесе. Отгибаем кромку на картине по линии гиба на поверочной планке. Закрываем кромку полукруг на свесе. Догибаем кромку на гребне.